Харків, вставай! Дніпро! Харків, вставай! Дніпро закрили! Да, мы знаем, что метро закрыто! Харьковчане умеют ходить пешком! Время 20:56! Весь Харьков! Сюда! На площадь! Мы должны продержаться сутки! Звоните всем! Весь Харьков сюда! На площадь! Пешком! На машинах! На велосипедах! Кто как может! Весь Харьков! На... Вставай! Харьков, вставай! Харьков, вставай! Харьков, вставай! Харьков, вставай! Харьков, вставай! У депутатов осталась одна минута! Повторяю, у депутатов осталась одна минута. 30 секунд. Нам уже надоело терпеть. Сколько можно терпеть, ёлки-палки? Харьков, вставай! Скажи, пожалуйста, скажи по микрофону. Все, метро закрыто. Нет, так видите, лакивали пидорасы, блядь. Мы сказали уже, нет, мы объявили. Все, закрыли метро, блядь. Батя, объявили об этом, уже объявили. Да ты без роги, блядь. Огромная страна. За руки, руки, все берем. Так, люди пошли к облгосадминистрации. Депутаты, я так понимаю, не приехали, по крайней мере, не слышно было. Ребят, журналиста пропустите. Ребят, пропустите журналиста. Давай. Время 21:00. Давайте вместе сейчас исполним условия. Защитим ее. Давайте, давайте, давайте. Давайте.
0-0. И вместе изменим ход истории. Сейчас исторический момент, потом этого не будет. Подумайте. Вами манипулируют. Забудите. Ребята, подумайте. Давайте мирно решим. Давайте, давай. Только мирное решение приведет. Никакого насилия. Никакого насилия. Вы не начальниками мы. Нас сейчас родители ведут существование Мишинское. Мы ведем Мишинское существование. Ваши родители тоже сейчас не лучше чувствуют. Подумайте над этим. Вместе, вместе, вместе. Я вам скажу, что я в кишке.